В Британии с 79 по 90-е года. Родилась в 25-м году. Ну, знаете, какое-то время было. Если женщина проявляет характер, про нее говорят «вредная баба». Если характер проявляет мужчина, про него говорят «он хороший парень». Самый легкий характер у циников. Самый невыносимый у идеалистов. Это Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель.